Друзья мои, поздравляю вас всех с Рождеством Христовым. Только что закончилась служба в храме Серафима Саровского. И вот после службы, сейчас уже третий час ночи, пошел такой снежок. Он, правда, мокрый, но все равно он радует. Вот на лобовом стекле хорошо видно. Ну и вот он летит. Виден купол. С праздником, друзья! Вот такая красота в эту рождественскую ночь в Анапе. Ну а я пошел домой, это улица Тургенева, и сейчас я прямым ходом иду в свой тургеневский квартал. С праздником! Иду по Анапе, как 100 лет назад, мимо старинных домов. Вот я пришел, и во всем доме нашем светится только одно наше окно. Наташа ждет меня домой. А дома елочка стоит. Ну а сейчас уже 4-й час, вернее 5-й час утра, и метель просто самая настоящая в Анапе. Такая рождественская ночь.